Всем привет, с вами Дис, и сегодня представляю вам свою новую сборку Майнкрафта, версии 2.3. Но перед тем, как ее представить, я скажу, была проделана очень большая работа над этой сборкой, было очень много ошибок. Я много искал моды, и спасибо всем тем, кто помогал мне в обсуждении ВКонтакте, кто постоянно искал ссылки, постоянно заботился о моих проблемах и решал их. Спасибо огромное тем людям, которые помогали мне ВКонтакте. Ну и давайте представим нашу сборку. В этой сборке уже есть 33 мода, что значит, что она лучше предыдущей версии 1.5 даже. И здесь, помимо всех тех модов, которые обновлены с версии 1.5, есть некоторые другие новые. Ну, во-первых, это 3D Items. Великолепнейший мод, который позволит нам наслаждаться предметами, которые мы выкинули в 3D. Аудиоторий. Мод, который я обозрел в предыдущем видео. Дальше у нас идет Эквивалент Exchange 3. Великолепнейший просто мод для алхимии, который позволит нам вырабатывать одни предметы из других. Дальше у нас идет Mock Creatures. Да, этот мод обновился, и он просто шикарен. Но весит очень много, поэтому будет сборки вместе с этим модом и без него. Без него весит 30 мегабайт, с ним уже 50 или даже 80. Так что знайте это, что этот мод очень огромный. И Трифеллер. Мод, который пришел на замену Тимберу, и который позволяет также, сломав топором нижнюю часть дерева, разрушить его полностью. Но этот мод работает в мультиплеере, в отличие от того же самого Тимбера. И к этой сборке также есть сервер, который работает исправно. Итак, мы создаем новый мир, и сейчас вы увидите, что генерация руинов теперь исправлена, и они встречаются гораздо реже в мире. Также некоторые моды я перевел собственноручно. Это заняло немного времени, так как перевод еще не полный, но в следующей версии я обязательно это исправлю. Итак, Forestry здесь русский, так же как Industrial Craft 2 и Railcraft. Но Buildcraft почему-то не отображает текстуры, это единственный баг в этой сборке. Но если их ставить, то все нормально работает. Вот. Дальше можно полюбоваться существами из Mock Creatures, которых здесь очень много. Очень много. Можем поломать ульи из Forestry, посмотреть на мини-карту, посмотреть на стройки из 3D Items и еще много чего другого. Ну вот и все. Ссылочку на скачивание я, как обычно, оставил в описании на версию 2.3. И всем спасибо за внимание, за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.